Дорогих наших слушателей, а теперь и зрителей, хочу поздравить с наступающим Новым годом и повторить то, что я говорю после каждого нашего эфира. У нас на Финаме самая умная, образованная и свободомыслящая аудитория города Москвы. И, может быть, даже шире. Ну и хочу только пожелать, чтобы эта свобода мысли, которая есть у вас в умах, обратилась в некую свободу действия в 2013 году. И чтобы пришло на нас царство свободы. С наступающим!